Глава города Юрий Гришан в ежедневном режиме держит на личном контроле ход реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в областном центре. Так, на улице Якутской подрядчик перешел уже к асфальтированию дорожного полотна от улицы Полярной к улице Гагарина. Участок протяженностью около 400 метров по контракту стоит 34 миллиона рублей и включает не только непосредственно дорогу, но и асфальтирование замены около 2 километров бордюра на двух тротуарах по обеим сторонам. Все идет по плану, но хотелось бы лучше. Вы видите, сколько дождей было. Но во время дождей не останавливалась работа, потому что бордюр можно в дождь укладывать. Фрезеровку делали, значит, демонтаж бордюров на других участках уличной дорожной сети. Но вот эти первые погожие дни, они, видите, показывают, что уже вышли на асфальтирование. Во избежание повторения ситуации, когда свежее асфальтированное полотно дороги на следующий год вскрывается для проведения планового ремонта подземных сетей, все строительные работы теперь синхронизированы. Магадан, теплосеть и водоканал на год раньше плана начали здесь ремонтные работы и меняют водо- и тепломагистрали сейчас, перед укладкой асфальта.